Всем привет! У нас сегодня в самоделке как человечек идет к себе домой и какой у него дом. Мы видим, у человечка сзади есть кирка и катана. Он работал в подземелье, мы так думаем. Так, мы видим, тут речку. Он тут закопал половину речки и сделал мини-мостик. Мы видим деревья, два дерева. Мы видим скалы две, а на них стоят факелы. Вот. Внутри дома горит печка, огонь в печке. Вот. И на улице есть две речки. Раз речка у нас и с другой речки. Речка стороны дома. Вот такая у меня получилась мини-самоделка. Всем пока, если понравилось, то ставьте лайк.